Hoje da minha batia. Вот, дорогие друзья, прямо на Брайтоне, на улице у Акая Анвара, плов на костре. Все есть, и мясо, и все, все вам дается. Прям свежее, прям на улице делают на костре. Это у Акая Анвара на Брайтоне, прям вот на углу Брайтон 1 и Брайтон. Брайтон Бич и Брайтон 1. Дават кнет мехмуне. А? Мехмуне дават кнет. Марава хава том бюе оши гарене зу. Мана оши свежи. Номери як Бруклин. Прям берумба амарака оши мундаги. Номери як Бруклин. Так, кто первый? Давайте вы первая. Вы самая счастливая? Конечно. Вот, ребята, на Брайтоне один и Брайтон. Прям на углу у кафе амарака. Каждый день у нас плов по воскресеньям, по всем дням, праздничный плов. Уже готов. Вот она первая. Вы вторая, наверное, а вы тоже вторая. Я даже не знаю, я вот только случайно тоже наткнулся. Ака Нархаша Газване, сколько там? 7,99, 1 паунд. Паунд 7,99. Супер плов. Каждый день. Яички положили. Положи. Каждый день в 12 уже готово, да, Амара? Можете оплатить внутри, пожалуйста? Я знаю. Спасибо большое. Очень вам рад. Приятного аппетита. Кто следующий? По одному. Молодец. Самый лучший плов в Бруклине. Каждый день. Это плов. Это настоящий плов с дымком. Да, и телятина, и баранина, да. Там микс. Где же она? А где она? Мясо? Там. Оно сбоку? Да, на, по отдельности. Просто и рис там отдельно готовится, и... Ага. Там морковь и мясо. Ага. Может, кто-то не хочет мясо, может, кто-то не хочет, хочет, да, морковку. Понятно. Поэтому. Да. Это вот среднеазиатский плов. Мясо. Вот только что открыли казан. И помидорки, и это уже салатик там. А сколько? 7,99 там, паунд, да? Да, паунд стоит 7,99. Спасибо за супер. Да, пожалуйста. Получается. Да? Вот одну бакс там 19 долларов всего. $12 это как бы ланч, допустим, ты возьмешь или ужином. Ну вот смотри, у него бакс стоит даже. Ага. $19. Идите, оплатите 4. Скажите, Анвар сказал. Подождите, я идите к нам, оплатите 4. Скажите, Анвар сказал.